и урологи по репродуктивному здоровью, уважаемые друзья, вот почему говорю, надо обучать. Значит, если у женщины до рождения ребенка было 7 мужчин, значит, 100% бесплодие. Вот это. Ну и, конечно, поэтому, это для информации, для вас. Ну и поэтому, уважаемые друзья, концептуально, интересная тема, да? Сразу себя обжимать. Так что задумайтесь. Ну и, конечно, уважаемые друзья, здесь наша с вами задача вместе сделать так, чтобы вырастить здоровое поколение, ответственное отношение каждого человека, во-первых, к своему здоровью, поэтому новые проекты у нас с вами начались. Это школьная медицина, это руководители предприятий здесь находятся. Друзья, надо возрождать цеховую медицину.